И снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоема» и подписчиков нашего канала, и гостей. Да, если вы еще не наш подписчик, обязательно подпишитесь на наш YouTube канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы быть в курсе о новых наших видео. Итак, друзья, выехали на такое прекрасное озеро. В общем, значит, здесь что за рыбка? Здесь говорят щука, окунь, карась, карп. Вот. Сейчас я одену костюмчик, залезем и сделаем в этих камышах под триспиннингом место на коропа. Да, мы закинем бойлики на коропа. Вот. И рядышком сделаем место на поплавочные удочки. Посидим на карасика. Какой здесь карась, я, конечно же, не знаю. Это мы все узнаем. Взяли с собой перловку, червяка. Говорят, на червяка здесь хорошо клюет. Вот костюмчик. Сейчас я его одену. И полезем делать место. Итак, сделал места. Вот здесь на удочку порыбачим. Вот такое место. Тут какая-то плита. Вот. Будем бросать на удочку. Сейчас мы позакидываем дальние забросы на карпа. Уже все приготовил. Бойлики, кукурузка. Вот. Три штучки. Сейчас мы их забросим сюда.
Вона була стабільна. Потім кував там. Ось так десь не сюди. Там вже смиха нема. Там кормушки запісні. Обично каша 20 хвилин і все нам перезасилює. Там і буде. Так, будем и сворачиваться. Но, друзья, у меня беда. Вы представляете, у меня рыба с садка ушла. Где-то килограмм рыбы просто, вот просто ушло. Даже не просто. Я смотрю в воду, смотрю уж. И в его, он заглатывает карася. Ну, думаю, поймал он в воде его там, ну, как бы это. А потом поймал карасика, поднимаю садок и смотрю, что у меня карасики, ну, просто вываливаются с моего садка. Оказывается. Вот мне товарищ сказал, здесь же надо замотать это проволокой хорошо по кругу. Уж подплыл, придавил, залез, вот, и все. Приподнимает, и все карасики начали просто выходить отсюда. Ну, килограмм где-то у меня ушел. Одного еще успел поймать, заметил, лежал на дне. В общем, такие дела. Вот так не прет сегодня. Не, ну по клеву как бы. Клев был, но я говорю, было так. Клев был, но налетами. То есть поберет минут 10-15. Все, перестанет. Ну и погода, конечно, скачет, то солнце, то тучи, то дождик, то есть резкая перемена погоды, раз 30 за день менялась, понимаете? Ну, это, естественно, рыбку сказывается. В общем, друзья, этот водоем, ну, мне понравился, и товарищу понравился. Да, карасик клюет очень часто на червячка, да, плотва, конечно, чуть-чуть мелкая плотва с полладошечки, ну, трошки, да, напрягает, да. Ну, на червячка она особо очень часто не берет, редко, в основном карасика. Если на перловку можно тоже половить карасика. У нас было немножко перловочки, на перловку тоже карасик клевал.
Окушок тут есть, ладошечный окушок довольно, это можно посмыкать его на силиконке, думаю. Ну, это в данный момент то, что я увидел, то, что мы поймали на этом видео. Что здесь еще за рыба есть, это мне еще пока неизвестно. Ну, надо просто приезжать, ловить, пробовать и искать места подходящие. То есть за один раз ты его не опознаешь, этот весь ставок. Друзья, я не говорю вам до свидания, говорю до встречи. В скором времени поедем еще на один водоем бесплатный. Вот. Там есть карп, карась. То есть интересно и там. Надо будет все же испробовать. И, кстати, он недалеко от города Кривый Рог. Попробуем там. Все, комары замучили. Все, надо бежать. Бежать, и тучи начинают наползать. Гремит. Все, будем выезжать. Все, друзья, лайкос под видос, подписка на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе новых наших видео. Все, всем желаю удачи. А в рыбалке ни хвоста, ни чешуи.